Как так получилось, что вы проиграли? Я еще пока не проиграл, еще у нас все пока все оспаривается. А, оспаривается? Ну хорошо, хорошо. Ребят, начались соревнования. Смотрим. Toyota Nissan. Разворот здесь, не знаю, как они в один присест не умещаются. Toyota быстрее получилось. Nissan сейчас вырывается. Смотрим, как Toyota. Вы знаете, Toyota, что по той дороге ехала, постоянно вылетал. Посмотрим, как он здесь поместится. Ну, как видите, в один присест не получается. Давай, давай, газу! Ну, мои впечатления первые, что Nissan все-таки первый. Он и здесь проехал первый, и там вырвался первый. Привет! Сегодня мы организовали заезды интересные, то есть где-то по 200 метров у нас трассы, две дороги в стандарте, и будут у нас подготовлены машины. То есть две дороги по 200 метров, смотрите, вот здесь вот у нас два разворота, здесь и там вот вторая дорога идет. То есть машина разворачивается, нужно будет пройти по первой и второй, и общее время будет учитываться. И Патриот. Новый и старый Патриот. У них разные мосты, выворот колес тоже разный. Давайте сейчас мы посмотрим. Поместился, смотрите, поместился. Вперед, 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 молодец. Так, тот Патриот не уместился. В один заезд, в разворот. Поехали дальше. Сейчас они поменяются полосами и посмотрим, как тот Патриот будет приезжать здесь. Патриот прошел, но на этой полосе Патриот сошел и врезался в сугроб, и пока не едет у нас. То есть за отчетное время вот этот вот Патриот, получается, выиграл. Нервы, у всех нервы.
Конечно, потерял очень много времени. Сань, а тот прошел одним ходом. Да я знаю, я на полуприводе. Давай. Да, потерял много времени, конечно. Турбированная Нива. Тот не шевик вперед получилось проехать. Сами ребята пока идут наравне идут спокойненько, тоже не помещается. У него выворот намного меньше, чем у газелей, соболей, УАЗов. Турбовая Нива что-то как-то пока отстает, заносит, и неудача. Газанул, влетел в сугроб, время потерял. Очень жаль, конечно. Я не знаю, самостоятельно получится у него выехать или нет. Все. Резина у него, ребята, я видел, шипованная, но уже уставшая. Так, идем Ниву вытаскивать. Толкнуть надо. Глубина снега — это кошмар здесь. Ох. Я смотрю. А давайте посмотрим, что случилось. Очень жаль, конечно, что столько времени потерял, да? Ну ладно, ничего страшного. Я ж не планировал. Шакл есть. Давай. Шакл. Это что такое? Железный крюк. Нет? Нет, короче. Должен быть. У нас с опелем, заезд с опелем, да. Тихонечко. Там у нас Фронтера опель. Смотрите, опель Фронтера проехал с вас спокойно. Митсубон у нас тоже не помещается. Потихонечку. И поехали. Главное не торопиться, чтобы с траектории не уйти. Немножко потерял. Леха, давай. Разворот не помещается назад. Все, вперед. Без ошибок. Самое главное — не ошибиться.
хочу обратиться к вам. Очень, знаете, обидно даже. Мы стараемся для вас, организовываем какие-то покатушки, вы смотрите. Но нету обратной связи, ребята, но нету. Комментарии слабо пишите, лайки, там, дизлайки. Если вам не нравится, поставьте дизлайк. Если нравится, поставьте лайк. Напишите комментарий. Я думаю, вам не трудно. Мы выезжаем, тратим очень много своей энергии, сил. Понятно, что мы это большая часть для себя, но все-таки хочется обратной связи. Так что пишите комментарии, ребята, пишите. И Сузуки. Так, вино 2 литра. Поместится. Ух ты, смотри, какой красавец. Раз и развернулся. Молодец. Так, Сузуки тоже. Все, вперед. Ребята, удачи. Без ошибок. Старайтесь без ошибок. Ребята пока идут наравне. Кто у нас быстрее потеряет времени на кольце? Смотрим, смотрим. Поместился, все, вперед. Дастер. Заезд Шевроле. Так, это у нас Дима. Два самоблока, занижение, раздатка, коробка. Не поместился. Так, на газ. Но время потерял тоже, сошел с дистанции, снег, и потерял много времени. Шевролете тоже допустил ту же ошибку. Вон в бордюр съехал, потерял время. Как разворачивается у нас Тагаз? О, красавчик! Санькьон! Оскорбляй машин! Понял! Санькьон, как говорит, он похож на Тагаз. Братик выбил из клеи. Вот тут. Ребята, заезд Прадо Нива. Прадо Нива. Так, не вас. Давай, 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 давай. Руслан на Toyota Prado. Нет, не помещается. Коротыш. Но ничего. Потерял время. Время потерял. Давай, спокойно, спокойно. Так, Руслан на Прадо потерял, потерял скорость. Если не выкинет, то подойдет. Да, все, вот. Давай, 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 давай. О, о, обошел, обошел, обошел. Все, вы, все. Выкинул. Все, выиграл.
хороший выворот колес, очень хороший. Нива потеряла ход. Поломали все там, траекторию, снега с краев лежит на маршруте, и поэтому сложно очень проезжать там. Я же тебе говорю, смотри, что делает, смотри. Все. Туарег и 31-я Нива. Но, к сожалению, Туарег потерял скорость, врезался в снег и пока стоит. 31-я едет спокойненько. Доехал. Я, как я понял, торопиться здесь вообще не надо. Ну и все, поехали. Давай, давай, топи, Федя, там, блин, там надо было на газах проходить. Так, ребята, поменялись. Нива спокойно, спокойно. Туарег опять не попал и опять застрял. Нива молодец, спокойно, спокойно, не торопись, не торопись. Все, спокойно, спокойно. Это он еще не ездит, это что-то он не едет. Так, ребята, у нас тут чаек греется. Кто чего мог, тот привез. Самовар. Федь, расскажи, вот ты на Туареге ехал в заезде. Какие нюансы там есть? Торопиться, как я понял, не нужно, да? Да, газовать не надо сильно. Вот ты же заезжал с чем? С 31-й? Нет? Да. С 31-й. Да. И ты там в поворотах, я так понял, начал газовать, я стал заносить, меня, да? Выкинул в сугроб был, потом во второй был. Ну да. Потихоньку. Пришлось блокировку включать, чтобы выехать. Вот. То есть запас мощности есть, но в некоторых случаях это даже минус, да? Какой? Да, дури много газа даешь, будем закидывать жопу сразу. Блин. Ну понял, ладно. Ну а так вообще интересно, да, заезд? Ну так интересно, конечно. Да. Сейчас ты с кем сейчас будешь заезжать? С Паджерой. С Паджерой будешь заезжать? Посмотрим, что там. Ну ясно. Никакого не тяни, Саша, там проедет. Лет. Не пойму, с кем заезжает. А, с Алексеем на Фронтеру опять заезжает. Шевик ушел. Так, Алексей, не торопись, без ошибок.
Отличный разворот. Прошел Судзуки пока, ну что-то они по второму разу стали заезжать. Дастер двухлитровый и Судзуки. Все посносил, бля. Женя, расскажи про свое мероприятие, которое ты организовал. В двух словах вот. Ну, организовали у нас сегодня два клуба. Это клуб внедорожный Оренбург и мой туристический клуб Орентур. Сделали такое клубное мероприятие, чтобы с друзьями собраться, хорошо провести время, со всеми пообщаться,
подышать свежим воздухом. Попить чайку. Да, попить чайку, пожарить шашлычка, сосисок. И заодно это почистили вот две параллельных трассы, чтобы ребята покатались, развеялись. Вот сейчас у нас заезды продолжаются в классе подготовленных. Стандарт уже откатал. В принципе, все довольны, все понравилось. На драйве достаточно получилось. Ну да, эмоции, конечно. Туристический клуб «Парентур». В основном занимаюсь я соревнованиями туристического плана. Вот такое мероприятие мы провели для разнообразия, чтобы тоже собраться. Пока снега много, особо далеко не уедешь. Угу. В основном катаемся по туристическим местам куда-то. И ориентирование. А сейчас ориентируем только по дорогам можно. Ладно, спасибо, удачи вам. А? Давай, пока. Надо зафиксироваться. А ты еще не ездил здесь? Ёбаный в рот. Пониженную. Да кого нахуй? Ты чё тут, ёпти, глубина-то? Для нас это не проедем. Нет, ты чё? Тут после кого? После УАЗиков. Эвакуация нужна, эвакуация. Не получилось у нас проехать, просто повисли на клиренс. Вот сейчас Толян приехал. Вон, колесики крутятся и все. Ага. А мы думали, тебя сейчас толкнем. Сейчас, даже. Заезд Opel Frontera с УАЗом. Лех, кто не спешит? Повороты. Все, бамс! Блядь. Назад. Все, эвакуация. Блядь. Обидно. Обидно, досадно. И у меня также. Пробовал вот так вот тоже. Не получилось. Толян, выручай давай. Давай, скажи, где я заводу, я приеду. Вот так вот, ребят. Давай, подъезжай, ёкарный бабай. Вот такая трасса интересная, то, что вот видите, именно она с изгибами, и получается, отсюда выходишь, сюда выкидывает. Вот так вот интересно кататься здесь. Вот сюда нас выкидывает. Сейчас нас Патриот вытащил. Встали, отцепимся и поедем дальше. Слушай, ну трасса такая сложновая, ты вроде небольшие поворотики. Вот сейчас смотрели, мне вправо, вот я вот здесь сидел, Лех, тормозит. Так, она уже. Вон туда должна. Надо. Я вот дойдешь за мной, дальше я не знаю. Патриот здесь прошел. Давай. Это вот ты за ней выйдешь, дальше Патриот. Все. Сейчас. У тебя клиренс, значит, тоже не слишком-то высокий. Да, нет, у меня она. Ну вот и все. Сейчас да. На скорость тоже не получится, я пробую. Метр ты проезжаешь. Толян, ты далеко уехал. Ну ты проедешь 2 метра больше. Ну давай, попробуй. Я отцеплю. Отъезжайте. Манги не еби, давай вытаскивай, разворачивайся. Не, он хочет попробовать на скорости. Ну давай, давай. Ну и чё, всё. Вот так вот. Вон колёса висят все, смотрите. Всё, на днище. Повис полностью. Вот так. Почему вот. Я себя, говорю, да? Нет, закусил, хотел туда, блядь. А, ты тебя закусила? Да. О, а у тебя за что дёргают? У тебя шар оторванный. Да это... у меня всё, опять. Ай? Петля же есть. Ага. Динамка, смотрим. О, неплохо. Неплохо. Рывок, ещё рывок.
все. Сейчас мы едем на вторую дорожку. Попробуем проехать там. Тоже на скорости. И проехать по кольцу. Там до этого тоже проезжал Патриот. Его дергали. Я вот Алексею говорю, что как бы не стоит, потому что, ну... Не подготовленное. Дело не то, что подготовленное, а по клиренсу мы не сможем пройти. Да. Не, ну там для подготовленных же трасс. Вот, сейчас... ну да. Но Алексей говорит, нет, говорит, давай попробуем. Ну, айда. Да. Что говорить-то? Результат один и тот же, да? Что на том круге, что на этом круге. Если бы еще попали в колейность, может быть, какой-то там был бы шанс у нас. А так шанса нету никакого. Левой стороной водительская, видите, куда. И все, сидим, ждем эвакуацию. И резина стандартная, по-моему, стоит. Не буксуй! Затягу давай! Раз! Смотри, а когда топишь-то, неплохо получается. Ох, как передний мост бьет. Стой, еще рывок, Лех. Поехали. О! Ровно колёс. О, смотришь, шевелится. Все, 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 наверное, все. Езжай, Лех. Все, дядя Леш, Михайлович. Все, экспериментировать больше мы не будем. Едем на турбовой Шиве Ниве. Пока ребята там вытаскиваются, застряли, изнутри покажем вам трассу. Ну, слушай, ну разгоняется, конечно, прикольно. Охренеть. Слушай, а в полуосе задние что, родные стоят? Да. А передние? Передние тоже. Здесь слабое место, пока это промвал на раздатку. Ага. То есть она раньше отрыгнет. Понятно. Есть, все. Тут отказывать, братан. Ну, так вот изнутри, ребята, интересно, конечно. Ну и с таким двигателем. Ну, то есть двигатель-то, в принципе, стандартный, но за счет, поехали, за счет турбины. Какой? Так, ребят, сейчас выехали мы на трассу, на асфальт. И вот как турбина будет работать, смотрите. Скажи, за сколько у тебя разгоняется до сотки? Вот если... Не мерили. Ну так, в среднем. Если... Да, где-то секунд 9 должно быть. Около 9. Минус, да. Ну, стандартная Нива 18. Грубо говоря, грязные 9 секунд, но должна выйти. Но опять же, сейчас... Ну это на летней резине, если ты имеешь в виду? Это да, летом по асфальту. Потому что... Но сейчас опять же, в зиму у нас давляк килограмм. Планируем все-таки полтора дунуть. Угу. Вот на полутора килограммах будет уже интереснее. Интереснее, да?
Да, потому что килограмм, как вы, ну, на этой турбине, это, ну, ни о чем. Вот полтора она даст, тогда уже посмотрим, как это переживет раздатка. И вот сейчас мы ехали в подъем, а сейчас вот обратно поедем уже вниз. Ребят, сейчас вот колеса почистили, небольшой спуск. Давай посмотрим, как это. О! С такой турбинкой намного интереснее, чем на стоковой Ниве. Можно, конечно, поиграться, побаловаться немножко, да? Так, подрочить с других. Ну да, согласен. Добрый день, знакомьтесь, Александр, который построил, как это называется? Аэросани. Расскажи в двух словах, из чего состоит, просто людям интересно. Да, ну, во-первых, двигатель 15 лошадиных сил фирмы Хэмен, ну, китайский, короче. Ага. Вот. Со стартером обязательно, если будете строить, то, потому что очень удобно и безопасно. Вот. Винт. Алюминиевый? Нет, винт деревянный. Деревянный, сам да. Делал, да. Дерево, бук, цельный брус. Длина его 1,70 м. Шаг 5, то есть толщина 5 сантиметров. Ну, тяги я не замерял, но где-то, я думаю, за 60 килограмм тяги есть. Ну, дальше все. Все сварено своими руками, как говорится, из перчермети металлома. Профтруба? Да, профтруба. Да. Лыжа, канализационная труба. Единственное, то здесь подошва высокомолекулярного пластика. Угу. Он очень дорогой. Ну, рулевое управление, руль через шестеренки и рейка, все самодельное. Вот. Ну, скорость по морозную погоду, я пробовал на Урале, до 60 километров разгонялся, больше опасно. Ну, швыряет, начинать швырять. Вот. Вот сейчас по степи, по этой, вот покажите, как вы провалились. Вот. Да, вот я. Вот видите, они проваливают всего на 10, на силу, если такой. Вот. При этом в снеге 4 сантиметра. Ну, понятно. И скорость очень хорошая. Ну, спасибо, отлично, спасибо. Да. Сами строили все дома, да? Все сам, да. В нем отопление есть, все тепло. Ну, я так понял, вот отсюда, да? Вот, да, труба. Ну, я, да, кулеры стоят. Да, вижу. Можно их использовать для рыбалки. Не надо возить ни палатку, ничего. Берете просто, открываете люк. Туда вставляете канализационную трубу, встаете на лунку, сидите, закрылись, у вас температура доходила у меня до 25 градусов. Ну, понятно. Жара, сидишь. А скажи, средняя стоимость примерно, вот если его полностью изготовить? Если самому и на вторчермете все покупать, весь металл, вот мне обошлось 30 тысяч. Это вместе с двигателем? Все вместе, да. Но здесь нужно освоить все производство, которое в автомобильном. Ну, это, да, понятно. То есть я освоил металлургию, дерево, все, короче, сварку. Надо владеть сварочным аппаратом и болгаркой иметь работу. Ну, понятно. Ну, и хотение. Ну, да, самое главное – желание. И самое главное – время и желание. Да.